А кто выигрывает? Выигрывает всегда зритель. У нас такой ответ. Насколько в общем. Честный будет твой ответ? Да. А, да. Давай. Я, да. Это будет интересно. Одну фишку? Одну, да. Одну. Вот. Вот. Красная, да. Хорошо. Любую красную. Вот она одна, единственная. Нет, красная в ассортименте. Откровенно. Как часто вы удаляете смс-переписки из телефона, чтобы их не прочитал ваш партнер? Имеется в виду противоположного пола. Не, может быть, имеется в виду Камиль. Может быть, может, Камиль. Здесь каждый понимает, что хочет. Нет, я не удаляю. Я ничего не удаляю. Тебе партнера нет? Нет, есть. Дело в том, что Слава не умеет просто. С техникой очень у него проблематично. Рад бы. Просто мне очень интересно. У меня хранится телефон, вот начиная с 98 года, у меня появился мобильный телефон. У меня они все хранятся, потом на склоне лет. Знаете, когда перечитывал пейджер, много думал. Вот я буду перечитывать смс-ки и вспоминать, что у меня было за жизнь. Можно будет книжку просто издать. Да, зашел я как-то случайно к Славе в смс-ки. Больше двух не выдержал, извините. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».